Пресс-служба президента Украины сообщила, что среди возвращенных пленных Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко, гражданские, которые были в плену еще с 2017 и 2018 годов. Богдан Галета и Иван Левицкий, священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупанта. Еще пятеро гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы. Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже освобождены, и все они дома, в Украине.